вопрос стоит о том, как пройдут в день выборов. Какие-то, говорит, молочки собираются и так далее. И вот по той информации, которую, в частности, мне рассказывали мои, значит, коллеги из органов внутренних дел и из системы национальной безопасности, была опасность, что будут приходить какие-то молочки в день выборов, пытаться запугивать, и в день подведения итогов голосования и так далее. И отсюда стали некоторые штабы кандидатов говорить, давайте набирать своих в ответ. К чему это может привести? Поэтому мы считаем, что эти моменты должны наши соответствующие органы на них внимание обращать. И никого там, надо просто их гонять, сначала записывать на видео. Если это самый один из эффективных способов, чтобы все штабы записывали на видео, кто там ходит. После этого легче будет с каждым разбираться. Ситуация, в самом деле, она достаточно такая напряженная. Мы за нее переживаем. И цель наша, вот гражданское движение, мы никому не отдаем предпочтение. Это первое, что я хотел еще раз подчеркнуть. И второй момент. Мы признаем и поддержим честную победу честного кандидата. Для нас не имеет значения, кто победит. Представитель власти, оппозиционер или кто, значит, находится, значит, в центре там, этого или с краю. Для нас это никакого значения не имеет. Главное, чтобы прошли честные выборы. Но свою оценку по итогам выборов, безусловно, мы дадим. И не просто дадим, мы готовим еще определенные законодательные предложения, что нужно сделать на основе тех выявленных ошибок. Одним словом, вот это вот движение, которое есть, оно думает трансформироваться в новое какое-то. И под это движение уже многие желающие и эксперты, и специалисты в этой области хотят тоже прийти, чтобы помочь. В самом деле что-то надо изменять к лучшему, потому что в таком состоянии нам дальше двигаться категорически нельзя. И мы переживаем, что и говорим, что важно не то, что победить на выборах, а вот как дальше страной будут управляться. Это будут марионетки, которые придут во власть, это будут люди самостоятельные, которые будут думать о своем народе. Одним словом, мы хотим, чтобы эти выборы заставили кандидатов задуматься. И вот глаз общественности должен показать, кто бы ни пришел, чтобы он понял, что ему не удастся создавать какую-то клановую систему, ему не удастся снова делать и разводить каких-то миллионеров и так далее и тому подобное.